Корпорация развития Камчатки представила доклад об итогах своей работы на расширенном заседании Комитета краевого парламента по бюджетной, налоговой и экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства. О деятельности корпорации депутатам и представителям краевого правительства рассказал ее гендиректор Николай Пегин. Он отметил, что суммарная стоимость сопровождаемых корпорацией проектов приближается к 36 миллиардам рублей. К числу знаковых событий этого года он отнес формирование совместно с краевым агентством инвестиций и предпринимательства центра кластерного развития. Участники заседания пришли к выводу, что плановые рубежи 11 ключевых показателей деятельности корпорации не просто достигнуты, но и кратно перевыполнены. Мы работаем и будем продолжать работать над тем, чтобы сделать наш край лучше, богаче, комфортнее. Мы уверены, что корпорация развития Камчатки может и должна достигать больше. Но это невозможно без вашего понимания и поддержки. Мы очень на нее рассчитываем. Как видите, мы вместе с вами серьезно подняли инвестиционный приоритет Камчатки и создали надежный фундамент для новых проектов. Подробности на сайте Корпорации развития Камчатки.